3 часа ночи. У меня желание подняться выше немножко. В просторах голубого большого океана я сам за рулевого, я сам за капитана, находчивость и храбрость. Мне удалось там ставить, потому что я, по-моему, можно в дебри какие-то забираться уже. Друг мне сказал, не палец показал, дал попробовать. Парная пучина напрасно ждет поживы. И я как раз помедитирую, говорю, посижу и... Находчивость и храбрость, отвага и удача, в беде не растеряться, вот главная задача. Находчивость и храбрость, отвага и удача, в беде не растеряться, вот главная... Намасте, здравствуйте, Индия, окрестности... Вишну-Праяг, суббота сегодня, 17 число, пополнили мне счет, интернет у меня, вот я сегодня ночью встаю, раз, что-то нажимаю, раз, смотрю, интернет уже есть, спасибо большое. Вот, так что до сентября месяца, если я не ошибаюсь, я там ночью, я в 3 часа ночи, я вчера раньше спать лег. Сегодня уже с 3 часов ночи уже на ногах. Вот чай там сделал такое. С собой сделал тоже. Вот. Сейчас где-то около 7 утра. Вот. И есть у меня желание подняться выше немножко. Давайте я вам покажу. Сейчас к водопаду. Где водопад? Я там на определенную высоту взбирался. А сегодня я хочу выше подняться. Так. У меня ассоциация такая, слушайте, поднимаюсь вот оттуда, здесь вот такой уклон, этот каток, и меня сразу такое, ну погоди с этого. Волк, ну погоди, с катком этим. Такая. И как раз под углом еще. Этот не забирал, там какой-то пледик висит. А мы немножко дальше. Мы немножко дальше. Пойдем. Вчера пятница была. Ну как обычно, в принципе, приходят люди, общаешься, что-то слышишь, что-то для себя. По-разному. Есть, приходят, уходят. Есть там одну ночь переночевали. На утро уже и даже встаю, уже нету с утра. Вот, наверное, здесь вставлю. Кстати, этот как. Вот, например, вчера вот чувак с этого, с Раджастана приходил, пообщался. Как раз иглу тогда еще попросил там зашить. Thank you.
Вот, надеюсь, мне удалось там вставить, потому что я, по-моему, записал, мне кажется. Приду уже, посмотрю. Буду ролик монтировать, надеюсь, что... Но это было вчера. А сегодня суббота. Сегодня суббота. Хорошо, еще раз повторюсь. Спасибо, благодарю большое. До сентября мы с интернетом. Уже можно в дебри какие-то забираться уже, чтобы вообще уже цивилизации. Но это в будущем. В будущем надо будет солнечной батареей высмотреть какую-то хорошую, чтобы вообще уже себе зарядка, чтобы не зависеть. Ну вот мы и подходим, в принципе, к водопаду. Я говорю, здесь совсем рядышком. Эти здесь живут, готовят, вода сразу. Такие красоты. Вода стоит. А вот этот водопад. У меня желание вот туда повыше подняться. Посмотрим. А вот народ так и живет. Вот. И еду готовят.
стирка. Пишется. Здесь такой небольшой магазинчик. Здесь душ немножко выше, есть такой локальный. Сейчас. 5 секунд. Вот, как я говорю, душ локальный. Шампуни сразу, мыло везде. Ну, для ихнего роста нормально. Душ нормальный. Так, а мы выше. Выше водопадик тоже. Здесь уже немножко под другим углом смотришь, и совсем по-другому. Земляника есть по-прежнему. Загляденье, красота. Мы еще немножко выше. Кстати, вот такой друг мне сказал, не палец показал, дал попробовать, говорит, что можно кушать, сам кушал. Ну такое, давайте сейчас вам покажу. Я сорву здесь с краю. А снится нам трава у дома. Ну вот такое оно. Такое на вид, такое на вкус, ну, в смысле, чем-то, я не знаю, ну варенье я думал с него варить. Так что вот такая штука, можно кушать. Я на себе проверил. И орех вот стоит сразу. А мы выше. Тяжело подниматься вверх, конечно, но виды, виды это. Тяжело, но надо. Прикольно, я здесь так поднимаюсь. Здесь бабам включатель. Я такой, а почему не розетка?
Вот, пошел провод к фонарю. Так понимаю, кому темно, может включить. У меня розетка сразу. Включателя, почему не розетка? Так, мы еще будем подниматься. Еще поднимемся. Вот еще высмотрел такое, не знаю, поднимался по тропинке, увидел, потом думал, дай-ка подойду, посмотрю, похоже, как на осиное гнездо, попробую приблизить, потом буду делать, попробую приблизить. Там к нему подобраться будет тяжело, да и незачем, собственно, я считаю. Мне вот место понравилось, вот сяду, вот ниже немножко, помедитирую, включу камеру в режим таймлапс, как-то так оно правильно называется, и я так думаю. Вот здесь поставлю. И вам будет интересно посмотреть вот под таким углом, мне кажется, будет нормально. И я как раз помедитирую, говорю, посижу, и камера запишет. Ага, батарея, да. Значит, надо доставать пауэрбанк и сразу на зарядку. Хорошо. Так, хочу возвращаться, буду спускаться. Хочу смонтировать ролик сегодня до обеда, возможно, еще выйдет. Вот так выглядит Джошимат. С этой точки. Спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайк, если понравилось, не понравилось, дизлайк поставьте. Хорошего всем времени суток.